прекрасный день, сегодня чудесная погода, нам повезло. Жарко, конечно, но ничего страшного, главное, погода хорошая. То, что Минфин собрал нас здесь сегодня, это вообще уникальная, конечно, идея. Эмоции переполняют. Автопробег классических российских машин – это прям отдельная дань нашему государству, и это память, это история. Я еду на «Москвиче 407», называется «Стиляга». Ждали мы очень сильно его, катались на таком автомобиле. Мне очень нравятся машины ретро. Мечта «Москвича». Волнуемся, мечтаем доехать до финиша. Опасность, в общем, может быть, потому что автомобиль достаточно старенький. Ну, надеюсь, он нас не подведет. Это мой вообще автомобиль в течение 30 лет. Он прошел полную реставрацию и сейчас, в общем, в таком самом первозданном состоянии находится. Но погода очень теплая, ему жарко. Всегда очень зрелищное мероприятие, прекрасно, люди очень позитивно реагируют. Это же эмоции, которые передаются и тебе. Мы же ездим на этих автомобилях не только для собственного удовольствия, но и для того, чтобы получали удовольствие люди, которые нас видят. Все радостные, все снимают, сигналят, машут, все как одна команда. Очень рады и очень благодарны Министерству финансов в том, что пригласили нас для организации этого пробега. Это, конечно, очень красивая история, когда мы все собрались, обклеились, повесили флаги и мощно этой яркой колонной из потрясающих уникальных автомобилей проехали по самым лучшим местам Москвы.
220 лет – это время испытаний, это постоянно Министерство финансов вынуждено решать какие-то очень сложные задачи. Поэтому нам очень важно, чтобы люди, которые работают в Министерстве финансов, а работать приходится действительно много, чтобы эти люди могли показать своим родным, своим близким, что такое Минфин, кто работает рядом с ними, как эти люди могут работать, как эти люди могут отдыхать. Такие мероприятия, как сегодня, мы считаем неотъемлемой частью нашей жизни, нашей работы. Вот сегодня это мероприятие торжественное, оно большое, оно впервые проходит здесь в Лужниках. И мы уже здесь с коллегами договорились, надо делать такой масштаб каждый год.